вот это ошибочное явление о том, что мотивацию нужно постоянно искать. Если тебе нужно ее искать, заканчивай. Она должна в тебе быть изначально. Если ты будешь ее искать, то ты ее никогда не найдешь. Ты будешь искать вдохновение, но это не мотивация, это другое. Мотивация – это желание достичь чего-то конкретного. А вдохновение – это почва, из которой эта мотивация состоит. Я так считаю. Поэтому как бы с мотивацией проблем не было, с вдохновением было. Вот. Даже для спорта это нужно. Как ни крути. Разминка, потому что у них места позволяют, у нас нет места. Чё, перед кем, кому что доказывать, никто даже не увидит этого всего. Не надо снимать, пожалуйста. Пойдемте, ладно, на этот, под елки туда. Ты там не особенно комментируй, а то я тебя сейчас... Я прихожу.
много раз приходится прыгать вот это вот дело. Да. Спокойно. Не, уже все похоже. Да пиздец, Стас, я прихожу, мне пизда. Ты посмотри, я прихожу вот сюда, и мне сразу все скользит. Тут асфальт говно и так далее. Колено. Не надо снимать, пожалуйста.
да? Да лишний. Уже сил нет вообще вот это лететь. Есть? Да. Ну там стаска. Погоди, мы на машине поедем. Ура! Есть. Блять, это ужас, нахуй. В глазах смерть просто какая-то. Я вон где-то. Чтобы сделать шаг и махнуть прямо вот сюда. Так что будь осторожен, прошу. Будь осторожен. Если я с такой силой махну, камера у тебя улетит, нахуй, блядь, в Волгу. Чтобы не двигалось ничего. Погреть. Ладно. Поехали. Тут даже стрелочкой для особо одаренных показано, куда надо ставить ногу, чтобы толкнуться через этот забор. Нет. Не будет, короче. Не будет, к сожалению, этого прыжка, блядь. Я не знаю, ну это умирать, что ли? Ну чего? Че, забор этот шатает? Теплоход лежит по маршруту. Вот так, 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 вот так. Ну хорошо.
не понимаю, что говоришь. Что, солнце? Что? Что это такое? Не понимаю. I don't understand. Туда? Туда идешь? А что там? Дела? По-другому. Давай еще что-нибудь. Во-о-о, огонь, огонь. Паркур для меня изменился очень. Если раньше я работал только телом, сегодня мне еще приходится работать головой. Я стал включать ее, когда прихожу на место, на спот, и придумываю какие-то комбинации, прыжки, сложные, легкие, неважно. Это все сегодня неважно, вот в чем дело. Контроль, появился контроль своего тела, и стало больше палитра, вот, стало больше возможностей.